26 мая 1773 года начались военные операции Запорожской Дунайской флотилии под болгарским городом Силистрия. Десант запорожцев сошел на остров, где находились батареи, прикрывавшие Силистрию с Дуная, и дал бой туркам. Через несколько дней казаки выдержали вторую битву выше по Дунаю у села Ветровцы. В бою погибло 43 казака. Морские и речные операции запорожцев стали героическими страницами русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Многие казаки были награждены по приказу императрицы Екатерины II. Впрочем, это не помешало самодержице ликвидировать Запорожскую сечь сразу же после победоносного окончания войны. 26 мая 1948 года на основании приказа Комитета по делам искусств при Совете министров СССР в Запорожье был организован летний цирк. Он находился на территории городского парка металлургов. Здание цирка было деревянным и вмещало 1785 мест зрительного зала. Цирковая традиция в Запорожье продолжилась в декабре 1966 года с началом строительства нового цирка на 2000 мест, который начал свою работу в 1972 году. Здесь выступали всемирно известные звезды арены Юрий Никулин, Игорь и Эмиль Кио, артисты Дуровы, Филатовы, Запашные и многие другие.